大家好，我叫德米特·利瓦谢茨基，我是汉语桥2011年小学生中文秀全球总冠军。我从5岁开始学习汉语。你好。你好。Ого, ты умеешь говорить по-китайски, молодец. А где ты учил вот такое? Почти в каждом магазине с китайцем, которого я вижу первый раз, так начинается. Суаншанао, то есть как бы конфеты, да. Боли в голове, то есть съел и голова болит прямо сильно очень. У меня была учительница, ее звали Уан Джуи. У нее был свой садик, и она вот учила меня китайскому языку. 5 лет, наверное, может 4. Мне в это время так. Больше всего я люблю проводить времени тут. Тут есть китайцы, с которыми можно, собственно говоря, пообщаться. Да, по-китайски очень хорошо. Конкурс назывался Хань Цяо. Надо было ответить на очень много вопросов, рассказать о себе, спеть оперу. И вот как-то раз я сижу в школе, обедаю, мне папа звонит и говорит: ну что, сынок, ты у нас чемпион мира теперь. Мой самый любимый иероглиф – это я. Я знаю примерно 4-3 тысячи иероглифов китайских. Вундеркинд – это человек, который уже родился с такими способностями. А я как бы не родился, я изучал это. Так что нет, я не считаю себя вундеркиндом. Так выглядит премия Е1. Цянь, цинь, е, и. И – это 1.